Сегодня в голосовании вот здесь по синглам прошел на разбор трек Тиесто. А прямо сейчас, там будет через, не знаю, там пару секунд, вот здесь опять же голосование по видосам. Клипы и видосы, которые мы посмотрим сегодня. Не все, конечно, там что 9 будет в очередь. А, уже есть, да, вот, уже появилось. Я вам даже сейчас могу рассказать, что там есть на самом деле. Там просто гигантское количество всего. Клипец, Винтаж Травма, Скидри и Дарк Лайт, Плохая Девочка, Гараж Салуки, Реакции, Глюкоза и Токсис, Взлом. Так, ага, Глюкоза и Токсис, Взлом. Кажется, мы сделали хит с Мазелов или да. Трек и клип в Тесле с Токсисом. Куок и Мага, документальный фильм, Part 2. Трил Пил in Person, TSB, OPT, Motorola, клип. Vibe Hunter и Майк Стикс. Кубок MC. Legacy. Можете заходить. Делать грязь. А мы пока послушаем, что нам приготовил Тиесто. Верю в качество, как всегда. Уверен, что это хорошая работа. Погнали. Клипец еще есть. Посмотрим с клипцом. После того, как оценим трек. Но когда их рядом нет, я люблю тебя, но не каждый день. Дай мне просто молча посидеть полчаса на солнце. Сладкий как батат, не, это не картошка. Сладкий мармелад, спрятал вроде бы надежно. Пристаю к ней прям в такси, ну давай хотя бы немножко. Моя девочка барыга, она дает сразу две бошки. Я не снайпер, но стреляю прямо в грудь ей. One tap-чик. В Европе самокат, электрокар. Оксимирон. Я забыл, где я живу и кто такой. Если ты мусор, значит тебе давно пора домой. Закрой рот, я пиздат от первого лица. Святого Духа и Отца. На столе туна и маца. В зале 10 тысяч душ. Кричат Тиесто молодца. Фирменный лип, да? Или лип из какой-то песни, его же помню. Пообещал, что достану ей звезды и пришел. Она спрашивает, так мы семья или шо? Я не знаю даже, что в тебе нашел. Посмотри на меня в зеркало, я тоже не джекпот. Прикорми меня. Мои друзья люто курят и ношу. Ты подарила мне себя, но я такое не ношу. В детстве гонял в баскетбол и оттачивал лушу. Больше хуй скажу. Я делал вещи, что не подходят малышу. Не раздражаюсь, если слышу чей-то шум. Спокоен как удав, но я удава не душу. Это вредно. Могу тебе помочь, взамен ничего не попрошу. Могу ничего не сделать и забрать твою мечту. Я меняю города, города меняют зрение. Ты сам это знаешь. Не нужно притворяться, типа ты такой как мы с тобой из одного племени. Или своих друзей теряйтесь нахуй. Мы не семья, мы не семья, мы не семья. Отстань, я просто отдыхаю здесь. Мы не семья, мы не кенты, мы не друзья. Отстань, я просто отдыхаю здесь. Ты просто можешь наблюдать за этим. Я люблю людей, но когда их рядом нет, нет. Я люблю тебя, но не каждый день, день. Дай мне просто молча посидеть полчаса. Очень похоже в припеве на Скриптонита, очень сильно. На солнце. Я люблю людей, но когда их рядом нет, нет. Я люблю тебя, но не каждый день, день. Дай мне просто молча посидеть полчаса на солнце. Что-то есть. Что-то есть. Необычная песня. Необычная песня, вайбец. Да, текстоориентированная история. Текстоориентированная история. Сторителлинг однозначно. Не репрезент больше, да, рассказ истории о жизни, о ситуации, об отношении. Об отношении к отношениям. Молодца, что-то станет звездой. Пришел, он спрашивает, так мы семья или что? Ты че ебанулась? Надо, что в тебе нашел. Смотри, зеркало тоже не джекпот. Какой не нашел. Слышишь, чей-то шум. Спокойно, когда на удаву не дышу.
Не сделать, забрать твою мечту. Ну, красиво, да, красиво, необычно, реально. Вот тут, правда, вот прям в припевчике, прям. Сейчас скажу, какую песню. Посидеть полчаса на солнце. Я люблю людей, но когда их рядом нет. Бля, не скажу. Нет, я люблю тебя, но не каждый день, день. Дай мне просто молча посидеть полчаса на солнце. Такое не ношу. Чал, что достану ей звезды и пришел. Она спрашивает, так мы семья. Очень громко капа, конечно, играет. Вообще нереально просто. Ну давайте попробуем оценить и посмотреть клип, как это работает с клипом. Там получается гигантское количество всего и варианта 2. Либо все то, о чем он читает, нам будет показано. Либо это вообще чуть ли не одна локация. А, еще и на продакшене он сам, да? 9 баллов за текст, структура, ритмика 7, 6, 7. Ровненький, да, битос прям конкретно. Реализация стиля. За видос точно минус 7 баллов. Индивидуальность и харизма 8. Атмосфера вайб 4. Трендовость 4. Вот такая оценка. Реально. Мод видос скорее. Клип нет. Ну, крепкая песня за счет текста. За счет уровня в целом, да, вот исполнения, если бы с видос немного был поровнее, я думаю, что, ну, вот, даже так можно 7-8 поставить, но ближе 7, да. По харизме 8, ровненько, хорошо. Короче, баллы в целом хорошие, ровные. Интро, куплет, ну, прям вот, тут идет разнообразие. Полчаса на солнце. Тут 8, наверное, много. Короче, 60-бальный трек по ощущениям. Наверное, нет. Ну, вот такая вот история. Давайте посмотрим, что он нам предложит с визуалом. Как это будет с картинкой смотреться. Кирилл. Да, я здесь. Ты обещаешь, что никогда не забудешь обо мне? Да, конечно. А ты обещаешь, что никогда не будешь спать с другими девушками? Я тебя услышал. Нет, скажи, что ты обещаешь. Ты обещаешь? Нет, ты обещаешь. Кирилл. Вот оно уже и тогда. Кирилл. Я люблю людей, но когда их рядом нет. Я люблю тебя, но не каждый день. Дай мне просто молча посидеть полчаса на солнце. Сладкий как батат, не, это не картошка. Сладкий мармелад, спрятал вроде бы надежно. Пристаю к ней прям в такси, ну давай хотя бы немножко. Моя девочка барыга, она дает сразу две бошки. Я не снайпер, но стреляю прямо в грудь ей. One tapчик. В Европе самокат, электрокар. Да, локация. Я забыл, где я живу и кто такой. Если ты мусор, значит тебе давно пора домой. Закрой рот, я пиздат от первого лица. Святого Духа и Отца. На столе туна и маца. В зале 10 тысяч душ. Кричат Ти-Фест молодца. Пообещал, что достану ей звезды и пришел. Она спрашивает, так мы семья или шо. Я не знаю даже, что в тебе нашел. Посмотри на меня в зеркало. Я тоже не джекпот. Прикорми меня. Мои друзья люто курят и ношу. Ты подарила мне себя, но я такое не ношу. В детстве гонял в баскетбол и оттачивал лошу. Больше хуй скажу. Ты подарила мне себя, но я такое не ношу. Делал вещи, что не подходят малышу. Не раздражаюсь, если слышу чей-то шум. Спокоен, как удав, но я удава не душу. Это вредно. Могу тебе помочь, взамен ничего не попрошу. Могу ничего не сделать и забрать твою мечту. Я меняю города, города меняют зрение. Ты сам это знаешь. Не нужно притворяться, типа ты такой, как мы с тобой из одного племени. Или своих друзей теряйтесь. Мы не семья, мы не семья, мы не семья, отстань, я просто отдыхаю здесь. Мы не семья, мы не кенты, мы не друзья, отстань, я просто отдыхаю здесь. Ты просто можешь наблюдать за этим.
Я люблю людей, но когда их рядом нет. Нет. Я люблю тебя, но не каждый день. День. Да, блядь. Не могу вспомнить. Мне просто молча посидеть. Полчаса на солнце. Я люблю людей, но когда их рядом нет, нет. Я люблю тебя, но не каждый день, день. Дай мне просто молча посидеть. Полчаса на солнце. Ну да, такая одна локация, да, у нас. Чисто вайп, он чисто отдыхает, короче, и не приставайте к нему. Вот он хочет посидеть просто вот так, да? Посидеть и пофлексить. Ну, не будем отвлекать. Не будем отвлекать. Ну, не для номинации клип, конечно. Такой легенький, спокойный. В принципе, хорошая песня. На скилзах вытаскивает, на тексте, на стиле, да. Очень уверенно. Единственное, что с капой проблема, мне кажется. Слишком громко она работает. Даже в клипе, даже на ютубе. Все равно есть ощущение, что слишком громко. Так в целом хорошо. Дерьмо смотрит. Да, да, как бы T-Fest очень, очень крепкий артист. Вопросов нет вообще всегда, типа. 100%. Ждем дальше. Ждем работы. Спасибо.